Заключение брачного договора. Интерес к брачному договору становится в РФ все более повышенным как у молодых людей перед созданием семьи, так и у семейных пар. Подобная практика, регулирующая имущественные отношения, в период брака появилась недавно, поэтому возникает ряд вопросов для разъяснения. Статья номер 40 СК РФ брачным договором называет соглашение между супругами или парой, которая собирается оформить бракосочетание, где прописаны их имущественные права и обязанности как в процессе семейной жизни, так и при разводе. Договор позволяет изменить общие правила распоряжения совместной собственностью. Контракт устанавливает имущественные права и поведение мужа, жены в той или иной семейной ситуации. Составление соглашения для пары не обязательно, это только их выбор, необходимо это или нет. Условием вступления брачного договора в силу становится официальная регистрация брака. Внимание! Заключить брачный договор необходимо в письменном виде и обязательно заверить у нотариального представителя. Закон дает супружеской паре довольно большую свободу, но в договоре не должны ущемляться ничьи права и свободы, ограничиваться дееспособность и право на свою защиту, регулироваться взаимоотношения между родителями и детьми, присутствовать неравные условия. Пара у нотариуса. Каков порядок заключения брачного договора? Заключение брачного договора регламентировано Семейным и Гражданским кодексом РФ. Но как такового шаблона или образца нет, все индивидуально. Стороны могут либо сами составить, но обязательно заверить нотариально, либо обратиться к специалисту. Перед заключением брачного договора муж с женой или невеста с женихом должны оговорить следующие моменты, какое участие будет принимать. Каждый из супругов в доходах другого, обязанности партнеров к взаимному содержанию, пополнение, движение семейного бюджета, распределить и оговорить части имущества, которые отойдут каждому из них в случае разрыва отношений. Важно! Регистрируется 3 экземпляра брачного договора. Одна копия – мужу, вторая – для жены, третья останется у нотариуса, который заверял документ. Подписание брачного соглашения – план договора. Структура супружеского соглашения такая же, как и у всех договоров, вводная, основная и заключительная части. Вводная часть – это вступление, где стандартно описывается сам документ, кем заключаются паспортные данные пары, где проживают, день и место регистрации. Основная. В этой части прописываются все условия, о которых было договорено. Чаще всего основная часть разделена на несколько подпунктов, к примеру, доходы и расходы, режим собственности, процедура погашения кредитов, в том числе и ипотечных. Заключительная. В части указывается, кто оплачивает все оформление, подписи сторон и дата. Обычно договор содержит эти 3 раздела, но возможны дополнительные включения, если есть индивидуальные желания или другие особенности, которые необходимо добавить в документ. Не стоит путать брачный контракт и договор о разделе имущества. Главное их различие – постановление о разделе определяет действие только относительно имущества, нажитого за весь период времени до вступления соглашения в силу, тогда как супружеский договор обуславливает такие действия применения ко всей движимости, недвижимости, приобретаемой в будущем браке. Образец бланка режима собственности супругов. Совместный режим предполагает изменения в соотношениях частей собственности того имущества, которое по закону является общим. Положениями договора его можно отнести к персональной собственности. Например, антикварные вещи, драгоценности, которые были куплены совместно, будут принадлежать тому, кто ими пользовался в браке. Долевой определяет процент каждого в общем имуществе. Такие доли могут быть установлены либо на все владения, либо на часть его, к примеру, автомобиль, который куплен после официальной регистрации брака на 2/3 принадлежит мужу, раздельный режим наиболее сложный. Особенность его заключается в том, что он предполагает установление индивидуальной собственности на каждое приобретенное в семье имущество. И каждый раз требует удостоверения подписями. Поэтому зачастую такой режим применяется только для регистрируемой недвижимости. Квартира, машина, земельные участки, следует знать. В договоре могут использоваться все 3 режима одновременно. Документы для оформления. Территориально супружество не привязано, поэтому заключать договор муж и жена могут где угодно. Для нотариального оформления понадобится такой перечень документов: паспорт мужа, жены, документы на движимость и недвижимость для автомобиля, дорожный паспорт на транспортное средство, курсовой документ на куплю-продажу или мены, для дома, квартиры, земельного
участка, документ на куплю-продажу, дарение, обмена и документ о праве собственности, владении акциями и долями в обществе, выписку из ГРЮО и из реестра акционеров. Внимание! В процессе заключения договора могут понадобиться и другие документы. Заключенный до государственной регистрации брака, брачный договор вступает в силу после официального бракосочетания. Аннуляция и изменения в контракте. Заключенное соглашение возможно изменить или аннулировать. Это может произойти либо по взаимному согласию, либо через суд, если муж и жена не пришли к согласию. Основанием для суда могут послужить: произошло значительное нарушение одного из условий контракта, изменились обстоятельства, в условиях которых заключался договор, в ситуации, оговоренной в самом документе. Признать недействительным акт можно в определенных случаях: нарушение в нем прав человека, недействительности брака, признание одной из сторон недееспособным юридически или вследствие психического расстройства. Контракт может признаться полностью или частично недействительным на основании ГК РФ о недействительности сделок. Краткий пример документа «Сроки действия». Срок действия документа делится на два типа – срочный и бессрочный. Бессрочные контракты регулируют отношения на протяжении всей супружеской жизни. В случае смерти одной из сторон он перестает действовать, так как начинают действовать правила наследования. Есть случаи, когда действие контракта не прекращается и после развода, если в нем содержатся условия обеспечения мужа и жены. Брачное соглашение – это узаконенная взаимная договоренность, которая в период супружества поможет цивилизованным способом регулировать материальные вопросы мужа и жены.